В викторианскую эпоху цветами можно было признаться в любви, поддержать и даже оскорбить. Со временем цветочный язык стал размытым, но выбор букета все еще задача не из простых. После долгих серых холодных зимних месяцев любая девушка будет рада цветам яркой весенней цветовой гаммы, считает флорист Екатерина Маслова. Как правило, весной, вот в марте, к 8 марта, уже становится больше в ассортименте тюльпанов и гиацинтов, и ирисы, и мимозы. И, конечно, сейчас стараются покупать более весенние цветы, чтобы чувствовать это вот прям непосредственно носом. Легкий цветочный аромат заполнил все пространство творческой мастерской. И от самих цветов взгляд оторвать сложно. Белые, нежно-розовые тона, а также глубокие с темными оттенками. Эти растения кажутся хрупкими и недолговечными, но при этом полны энергии и свежести. Сезонные цветы и асимметричные букеты – отличный выбор для весеннего праздника. За ними важен правильный уход. Да, есть для разных цветов разные правила, но одно правило, оно всегда остается основой. Новая основа сохранения цветов – это менять каждый день воду и подрезать цветы. А дальше уже, исходя из того, какой цветок. Я всегда сторонник того, чтобы не добавлять никакой лишней химии, а просто ухаживать за цветком, так как вода, как он себя в природе чувствует. Вода и свежий срез. Ну и подальше от батареи, конечно. В предпраздничной суете важно позаботиться о подарке для своих родных и близких заранее. В галерее цветов вы можете оформить заказ даже за несколько дней. А если не успеваете забрать букет, его доставят к вашему порогу. Заказы принимают по номеру 8-903-604-78-67. И, разумеется, в такой теплый весенний праздник галерея цветов не может оставить саровчан без приятных сюрпризов. На розыгрыш я, конечно же, хочу, чтобы женщины порадовались, чтобы они были счастливы, чтобы они удивились. И поэтому на розыгрыш я хочу вам представить вот такой букет. Это тюльпаны. Крупные, нежно-розовые, шикарные, роскошные тюльпаны. Я думаю, любая женщина будет рада такому букету. Розыгрыш мы проведем в группе нашего канала ВКонтакте. Условия участия – подписаться на канал 16 и сделать репост розыгрыша к себе на стену. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.